такой вот мангальчик получился. Сейчас будем его красить. Итак, друзья, вот такой вот интересный, необычный мангал получился. Ножки, трубка 20 на 20, стенка 1,5. Все остальные элементы из трубки 15 на 15. Торсиончик 10 и 12 квадрат. Сам мангал сварен из стали толщиной 4 мм. Покрашен термостойкой краской. Также, друзья, подписывайтесь на мой второй канал. Ссылка будет в описании. Скоро придут новые лекала от станка «Улитка», комплект лекал. И придет новый частотный преобразователь. Будем устанавливать частотный преобразователь на мой станок. И будем сравнивать лекала от станков «Профи» и от станка «Улитка». Произведем сравнительный анализ. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, видео было вам полезно. Я желаю вам удачи. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.